Анатолий, первый турнир под эгидой СФЛ в новом году. Поделись впечатлениями от старта. Ну, впечатления у меня, в принципе, о турнире хорошие. Вот, как бы мы до этого играли на СФЛ, только на газоне. Вот, на паркете первый раз играем. Вот, ну, в принципе, круто, организация прикольная. Ну и, как бы, хороший паркет. Вот, в принципе, атмосфера тоже такая спортивная. Вот, всем нам понравилось, в общем. Ну, проиграли, конечно, это обидно. Неудачное начало для вас, 5 голов в первом тайме. Во время тайм-аута о чем разговаривали с командой? Да, во время тайм-аута просто разбирали свои ошибки, вот, но в итоге так до конца их не разобрали. Как бы, ну, пытались что-то сделать, но у нас ничего не получилось. Как бы, потому что мы оказались не готовы играть на паркете, вот, как оказалось. Именно неготовностью можно объяснить такой крупный счет? Ну, я думаю, да. Мало тренировались, во-первых. Во-вторых, состав у нас немножечко поменялся по сравнению с турниром, который проводится на газоне, ну, на полях. Поэтому привыкаем пока друг к другу, привыкаем к паркету. Вот. Ну, надеюсь, что у нас получится все. Как бы надо больше тренироваться просто. На чем, по-твоему, стоит сделать акцент перед следующей игрой, чтобы добиться успеха? Наверное, все-таки больше акцент на игру в защите. Поответственнее, как бы в защите сыграть, поплотнее, понадежнее, с игроками. Вот. Сегодня этого не было, поэтому мы столько пропустили.